В Ульяновске открылся 9-й международный культурный форум. 73-й регион сосредоточил мировой опыт развития и сохранения культурного наследия. О том, какие темы волнуют российских и зарубежных экспертов, расскажем прямо сейчас. Уже в 9-й раз международный культурный форум становится диалогом о том, как сохранить и приумножить культурное наследие. По традиции, деловая программа состоит из образовательных и дискуссионных секций. Развитие территорий, креативные города ЮНЕСКО, обсуждают даже социальное предпринимательство. Это интересующая нас тема, потому что на данный момент мы как раз реализуем свой проект «Школа ТОС Ульяновской области», поддержанный фондом президентским грантом. И некоммерческим организациям на форуме уделили особое внимание. Одним из стратегических партнеров форума стал благотворительный фонд Владимира Потанина. Пока в Ульяновской области нет ни одного зарегистрированного целевого капитала. Этот вопрос сегодня обсудили на секции «Экономика культуры». Регион предпринимает усилия для того, чтобы создать дополнительные стимулы для жертвователей в целевые капиталы, да, и принимать, развивать региональное законодательство, касающееся налоговых вычетов для пожертвований в сферу образования и культуры. Также, как отметил губернатор региона, до конца года будет доработан закон об инвестиционном налоговом вычете для предприятий на территории Ульяновской области. Сейчас он ориентирован на промышленные предприятия. Скоро к ним добавятся и учреждения культуры. Мы дадим возможность создать новый финансовый инструмент поддержки государственных и муниципальных учреждений культуры, а предпринимателям и организациям, которые будут тесно работать с учреждениями культуры, позволит получать налоговую льготу за пожертвования в пользу учреждений культурной сферы и фондов целевых капиталов. Будут на форуме и темы, обозначенные еще в прошлом году. Создание креативных индустрий. Как отметила эксперт форума Ирина Фильченкова, любой город имеет ресурсы для создания креативных пространств. Главное не копировать западные шаблоны и ориентироваться на местную, локальную культуру. Это должен быть мощный культурный центр, центр сосредоточения интересов самых разных. Интересов бизнеса, интересов местных жителей, сообществ, экспертов, администрации. Это все достигается благодаря исследованиям, благодаря проектным семинарам. Есть отработанные технологии социокультурного проектирования, вовлечения. Обсуждение этих вопросов продолжится завтра. Кроме того, ульяновцев ожидает и обширная образовательная программа Fashion Education. Она завершится показом мод в педагогическом университете. Впрочем, международный культурный форум приготовил еще много сюрпризов. Со всеми площадками можно ознакомиться на официальном сайте мероприятия. Екатерина Лазарева, Дамир Губеев, Вести, Ульяновск.